Константин Головин родился в 1968 году в городе Видное. Так как он вырос в музыкальной семье, любовь к искусству и поэзии у него в крови. На сегодняшний день количество его авторских песен доходит до 230. Их тематика очень разнообразная. Лирическая, военная, патриотическая, юмористическая, походная, детская. В своем творчестве неоднократно обращается к малой родине. Пишет стихи и песни о родных местах и о людях. Константин Вячеславович ведет активную концертную деятельность со своей неизменной спутницей – гитарой. Я рисую на бумаге дом, в котором мы однажды будем счастливы с тобою. Что вижу, то пою о жизни, о том, что меня окружает, о том, что я чувствую, о том, с чем я согласен и не согласен. Уже много лет Константин Головин выступает в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Владимира Глейхмана. Художественный руководитель и дирижер коллектива Александра Лисовец. Солистка оркестра Александра Головина обладает певческим голосом меццо-сопрано. Концерт был насыщен яркими эмоциями и оставил незабываемые впечатления у всех присутствующих. Зрители аплодисментами благодарили артистов за такое замечательное исполнение песен. Я считаю, что его творчество несет очень большой позитив, очень большой свет в нашу жизнь, особенно для молодежи. И молодежь очень хорошо воспринимает его, и это здорово. Константин Головин совместно с оркестром будут и дальше радовать зрителей своим творчеством не только в Ленинском округе, но и в других регионах России. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.